Всем привет! Сегодня 11 октября, уже далеко не утро, время 10-11 час. Выбрались на рыбалку, на речку, на целый день. Хочется половить рыбки, не знаю какую, может быть хищную половим, мирную половим, жмых поставлю. Сегодня я не один, сегодня я с Кайратом. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Опять на рыбалочку выехали. Сегодня на маленькой лодке. 3,9 длина и мотор 9,9, ну пятнашка Yamaha. Потому что ее можно везде сгрузить, толкнуть, загрузить очень легко. И Нива, в принципе, с ней очень хорошо идет. С той лодкой тяжелее. В общем, все, мы поехали на рыбалку. Ага, сейчас толкнем ее. То я в сапогах, мне удобнее шлепать. Не, берег классный здесь, конечно. Лодочка такая маленькая, да, по сравнению с той. То огромная, конечно, комфортная, но вот с этой легче бывает. Вот и я пошел. Опа! Я думал, она сейчас утонет. Мотор такой легенький, удобный. Мне нравится. Так, чуть-чуть. О! Какой он тихий. Все, деревья вон желтые, осень. Красиво, деревья желтые. Видишь, здесь берег такой крутой. Намыло его. Но здесь полка вот снизу. Вот и все. Опа! Классный бережок, чтобы посидеть, отдохнуть, насладиться природой. Блин, а вот полки нет, плохо, конечно. Здесь? Да, я хотел здесь жмых поставить. Все, приехали на точку. Погода сегодня просто замечательная. И такая здесь атмосфера. Листва желтая. Осень, просто осень. Давай, принимай. Пока все выгрузим сюда. И пойдем порыбачим уже с лодки. Можно жмых здесь поставить сразу, чтобы это работало. Чайник. Да, ну здесь прям красота, красиво. Хоть картину пиши, живописью занимайся. Начинается золотая осень. Ну, местами еще зеленое все тоже. Но прям желтизны такой много. А вот лодка. Уютный бережок. Просто уютный. Как вам? Атмосфера. О, баллоны, будем жарить рыбу. Надо еще рыбу поймать. Кстати. Да, пожаришь? Легко. Ты слышишь, какая тишина? Просто ничего не шелохнется. Вот ставлю жмых, одну уже поставил. А вдруг сазан клюнет? Здесь вон как ноги уходят. Такой ил, знаете, так себе. Думал, штуки 3 поставлю. Ну, наверное, 2 хватит. Берег такой себе. Не очень, кстати. Ну, 2 сазана нам хватит, в принципе. Если будет, конечно. Видите, какой бережок здесь. Кайрат в кустах прячется. Что-то недалеко. Ладно. Наутилус Батлер ФД. Погодка просто шепчет. Да, повыше бы, конечно, вот этот
надо повыше, она щекотушку замучит. И включаем бейт-раннер. Все шикарно. Так как же тут берег такой, знаешь, здесь раньше полка была, я здесь... Это такое знаковое для меня место. Я здесь лет 7 назад, наверное, начал первый раз ловить, если не 8. Сюда на велосипеде ездил, на байдарке. Здесь снимал видео, ловил в грозу, сомов ловил. Ну, сомики были там разные, короче. Такое очень для меня интересное место, знаковое. Люблю я здесь сюда возвращаться, здесь появляться. Погода сегодня просто супер. Все. Опа. Удочка падает. Смотрю, она падает. Вот так. Все. Можно идти на лодке. Половить кого-нибудь. Попробуем хищника. Да. Никак не налюбуюсь. Просто не могу тишиной этой. Этой красотой. Наконец-то выходим на рыбалочку. На лодке. Погодка просто шепчет. Смотри, там аккуратнее. Там этот очень такой грунт. Грунт очень не очень. Ага. И смотри, вот просто сразу заводится. О, с того года гильза. Удочки стоят. Какое у нас место шикарное здесь. Ты его... Подожди, ты его одень. Вот так, видишь? Опа. У нас таких якорей не было. Это модный якорь. Так, на, держи, тебе инвент до 35 грамм. Инцептор 42 грамма. Попробуем половить на джиг сначала. Так, Марк 3000 Наутилус, это тебе, а мне Арт 2,5. Там просто леска покрепче, чтобы ты большую рыбу поймал, огромную. Я не знаю, слышно, нет, этот гул. Здесь только просто ос каких-то летает. Или шершней. Мы встали просто очень удачно. Постоянно подлетают они, что-то жужжат. Вот здесь поближе подойти, вот их сейчас было видно. Вот их там прям просто тысячи летают. Жесть. Я еще не успел спиннинг свой собрать, настроить. Кайрат что-то уже поймал. О, бершок, смотри. Вот. Это на жареху чисто. Блин, какой классный. У берша нет размера, как у окуня. Можно любого брать. Слушай, такой красивый прям вообще. Ух, блин, вообще четкий. Вкусный будет. Представляешь, с первого заброса ты поймал. Офигеть. Так, я собираю свой спиннинг, удилище свое. Должно было бы что-то быть. Тем более я его забагрил за ноздрю. Но все равно подошел к тебе. Попробуй.
Знаешь, если камеру вот зимой опускаю, здесь столько судака стоит. Какая сегодня погода замечательная. Что рыбка не особо клюет, но сейчас попробуем поймать. Надо поймать, чтобы пожарить. Пойдем попробуем на тот берег пройтись. Вот моторчик. И все. Ух ты, есть что-то есть. Окунь, наверное, да? Не пойму. Что-то бьется. Ну вот, вот и я поймал что-то. Столько обрывов было, столько сходов, я не знаю просто. Все снасти пообрывали, он кайрат сидит, скучает, только что оборвал. Но на окунь не похоже. Не похоже, но он, видишь, на окунь хоть не похоже, да. Он, кстати, бьется сильно. Но он увел куда-то... О, да это окунек, наверное. Ага, два. Смотри-ка. Ух ты, да неплохих каких, смотри, на жареху-то. Какие, да, красавцы. Нам и надо было. Давай, садок. Надо еще таких парочку поймать, наверное, и нам да хватит, в принципе. Вот это сегодня денек. Столько было обрывов, столько было сходов. Раз, вот так, и счастье по рыбке. Два это... Сразу два, я да, чувствуется, да, как будто тащит прям так сильно. Вдоль берега, видишь, он? У меня рыбка есть. Опа. Кто там? Вот он, еще один. Да-да-да. Смотри-ка. Попался. Пойдет? Конечно. Ты будешь ловить, нет? Да, теперь я хочу ловить. Я тебе и говорю, давай лови. Так, смотри, тут куча всяких приманок. Приманки у нас минога. Вот на эту ловится. Да любые, бери минога, они на все ловятся. Так, я не могу оторваться, ты меня уж извини. Вот так, опа! И ловлю. Блин, наконец-то, да? Рыба начала ловиться. Опа! А, прям здесь догнал, схватил, смотри. Я прям подводил, он схватил. Возьмем? Возьмем. Есть? Опа, у меня возле лодки, смотри-ка, попался, который кусался. Окунёк. Не пойму, он сидит или нет? Вот так. Да сидит, наверное. Угу. Сидит, да? Какое удовольствие ловить здесь. Ага, ага. Ох, какой красавец. Да он прям проглотил эту приманку полностью. Просто съел. Вот у меня удар был. Вот он. Сразу. С заброса просто. Просто с заброса взял. На отводной окушок. Окуни, кстати, неплохие.
Ну такие, да, вот. Неплохие, да. И главное, речные. Да. Такие, знаешь, чистые. Осенние, такие холодные. Никак не возьмет он. Наверное, там гонит с толпой, наверное. У меня какой-то зацеп. Сидит, что ли? У меня сидит, да, я думал, зацеп сначала. А там же, ты знаешь, свал такой, вот он под ним стоит. Смотри, на отводной. Опа. Слушай, ну рыбка небольшая, вот, да. Бывает нормальная окунь, бывает небольшая. Но так приятно это вообще. Да и вот такую погоду, в такую, такое вообще, такая атмосфера. С такой компанией хорошей. И то предчувствие, когда мы будем его жарить, это вообще. Мы когда его наконец-то сегодня поедим, нет. Сегодня такая рыбалка, то что поймаем, то и съедим. А там мы столько пообрывали, все. Вот у меня удар был. Там сначала вышли, столько пообрывали. Вот Кайрат одного берша поймал. Сход. У меня вот здесь прям клюнул опять возле лодки. Но этого мы точно отпустим. Мелкий. Да жадный какой, смотри-ка. Такого окуня мы еще не ловили сегодня. Самый крупный. Вот так. Ты знаешь, я вот даже не вспомню, в каком году было. Здесь вот с берега столько, ну, на воблер столько поймал жерехов. Весной, правда. Ну, это отличается погода намного. Вот видишь, сейчас воду то дали, а вот сейчас вода спустилась. Все отличается сильно. Удар. У меня здесь тоже удар сейчас. Вот он, вот он, вот он. А, я тебя зацепил, наверное. Нет, нет. Опа. Блин, круто, вообще круто. У тебя есть? Нет? Там не только на жареху уже получается. Оторваться вот невозможно. Когда клев начинается, вот сколько мы с тобой там пообрывали на той стороне. Сюда пришли. Сейчас, говорит, немножко поймаем там. По три штуки на жареху. Нет, оторваться все невозможно. Просто ловишь и ловишь. Классно. Вот лагерь прямо напротив у нас. Ну как, место стоянки. Хорошо, что мы поехали сегодня на рыбалку. Yeah. Такая погода. Пускай не с утра, пускай это. Но все равно, видишь, рыба есть. Да он хороший по размеру даже. Ну да. Только покажи сюда. Повыше. Да это же просто экземпляр. Шедевр. Казалось бы, да? Ну, тоже вкусно. Классно, вот такой спиннинг. Прям все чувствуешь. Как идет по клевку. Прям очень интересно ловится этим спиннингом. Особенно вот в этой атмосфере, которая вокруг. Да. Тишина, солнца такого яркого нету. Вот какие-то тучки. Осень. Красота, просто я не могу. Там у нас лагерь. Может, там уже сазан попался. Я, по-моему, здесь прямо опять у лодки попал. Смотри, вот он. Вот он, где ловится. Такого мы возьмем. Такой будет вкусный. А, тем более он вообще проглотил приманку. Куда, не знаю. Вот так. Видишь, на отводной он здесь берет. Давай еще одного и все. Надо уже кушать, есть хочется. Ну, у меня тоже частенько бывают поклевки. Но вот я, видишь, отводной, он до конца типа вот так вот плавает, плавает. Я же здесь в основном ловлю, видишь, возле лодки. Он гонится, гонится, отводной он такой типа, этот, если грузик тонет, а этот с отводным, конечно, ну... шансов больше, видишь. Ох, вот эта поклевка сейчас была просто нереальная. Видишь, как
А, он есть, ага. Причем вот сейчас на основной, видишь, взял. Угу. Но с отводным все равно, вот видишь, больше шансов поймать. Да ё-моё. Не могу поймать. Вот приманка с удачи 4 дюйма. А он спокойно ловится. Вот. Немного. О, а ты говоришь. Ну-ка. Тоже, да, возле лодки взял, получается. Вот я тебе говорю, кидать особо никуда не надо, блин, по сути. Ага, зацеп. Я прям уверен, что он меня сейчас в лодке возьмет. Вот, смотри, прям вот на поверхности берет. Видишь как? Тут его тюкнул по голове. Ну, окуня, в принципе, такие нормальные, прям, я бы сказал. Хорошие. Еще один? Да. Вот был удар. Слабенький. И нету. Как обычно, нету. Сходит? Сход очень часто. Ну, а так и есть. Да что ж такое-то? Что-то прям тянет, так знаешь. О, вот ты какой, значит, да, окунек. Мощный. Ну, такой прикольный. Красавец. О, моя ладонь, больше моей ладони. Я думал, судачок вообще. Красавец какой. Я не могу оторваться. Нормально, да, поймали? То сейчас думали, что-то рыба нет, нет. Там раз и все. Ух ты! Вот это был здоровый окунь. Все прям здесь. Мне кажется, это прям самый крупный был. Ну, не знаю, ну вот такой прям. Грамм 400, наверное. Блин, офигеть. Прям опять здесь, возле лодки взял. Казалось бы, иногда гонишься за этой рыбой крупной, там вот таких там поймать всего. А на самом деле удовольствие получаешь не только от этого. Удовольствие получаешь просто от атмосферы, от компании и вот от рыбалки. Сейчас вот по тому берегу мы погуляли, походили, столько приманок пооторвали. Не знаю, там одни зацепы, хотя вот недавно там ловили, ничего не было. Что-то там такое принесло, видать, коряк какой-нибудь. Сюда перешли, и тут же начались поклевки. Тут же азарт. Хотели буквально несколько рыбок поймать на жареху, а наловили. Вот так уже наловили там окуней. Вершок, кстати, с той стороны. Вот окуня хорошие. Шикарно. Ну, штук 20 даже уже поймали, наверное. Все, идем обратно. Надо перекусить. Надо покушать, посидеть. Посмотрим, может там на жмых что есть. Может быть там вот такой сазан попался. Не знаю. Посмотрим. Лодку привяжу на всякий случай, чтобы не ушла. Вот так. Хорошо.
Сыровато трава немного, походу. Хотя нет, горит. Выбрал самых трех крупных окуней и бирша. Надо почистить их. Погода вообще. Тишина, штиль. На жмых ничего не поймал. Ничего не ловится, не клюет. Надо червя закинуть, конечно, но хочется сначала покушать. Надо почистить, костер уже разведен. Вот таких биршей бы половить. Все-таки хочу проверить. Прям что-то потащило так. Нифига себе там. Что-то поначалу показалось, как будто там что-то реальное. А, ну все понятно. Вот что надо жарить. На сковородку. Густера. Где ж сазан наш? Сейчас смотрю, дергается, знаешь, прям так дергалось конкретно. Вот это на сковородку было бы лучше, и чистить было бы проще. Соль, перец по вкусу и мука, самое главное. Вот так. Готово. Это бирж. Это окунь. Ну, там один бирж и три окуня самых крупных. Слушай, они прям поджаренные. Наконец-то у нас обед, ужин и завтрак целый. Спасибо Кайрату. Как всегда, сготовил. Кайрат всегда вкусно готовит. Он снимает видео на YouTube. Ссылка будет в описании на его канал. Посмотрите самые интересные вкусные рецепты только на его канале. Я верно сказал все? И очень скромный человек. Очень хороший человек. Приятного аппетита. Приятного. Спасибо тебе большое. Как всегда, когда с тобой еду, всегда вкусно питаюсь.
талант когда есть, его сразу видно. Ну да, очень вкусно. В следующий раз можно приготовить, не можно, а нужно, этот, из, знаешь, у рубец говядины. Так я, это мое любимое блюдо, но этот, как мы его называем-то, требуху, угу. Требуха, наверное, вот, требуху хочу покушать. А ты как хочешь, варить? На природе. Я уже отварил, приготовил. Заморозил. Просто привезти хочешь? Или что с ним делать? В казане с картошкой. Жарить? Да. Требуху жарить? Конечно. Мы всегда ее варим обычно. Нет? Она еще получится тушеная, жарено-тушеная. Красненькая. Я пока наслаждаюсь этих окуней. Они вот такие зажаренные. Все хорошо. У них костей нету. И мясо такое белое, вкусное. Только чистить долго. Чистил я их долго, конечно. Вот так вот на обычную рыбалку ешь. Никогда там надо там наловиться там. Вот, окуньков наловил. Больше ничего не надо. Да. В удовольствие посидел, поел. Конечно, поздновато сегодня вышли. Сюда пришли, наверное, часов в 11 или в 12 часу, даже не знаю. Потому что выезжали мы из дома в 10, в 11 часу. А сюда пришли, наверное, в 12. И вот пока здесь все установили, пока закинули жмых, пока попытались поймать рыбу. На этой стороне просто невозможно было. Одни зацепы. Я не знаю, откуда они, раньше такого не было. Каждый заброс, каждую приманку отрывало. Мы с Кайратом перевязывались. Вот он здесь одного поймал верша на этой стороне, а всех окуней поймали на той стороне. Кайрат, как всегда, ну, тут человек-талант, как всегда, отлично сготовил. Просто покушали в удовольствие. Туда-сюда и уже стемнело, надо идти обратно. Солнце уже село. Когда оно село, даже непонятно. Такой день короткий стал. Кайрат все проверил, затушил костер. Собрал весь мусор за нас, который у нас был. Вот все в пакетике. Это же несложно. Я пока завожу мотор. Ну-ка, вот он стоял сколько. Не заводится, смотрите-ка. О! Что значит Ямаха? Просто идеально.
Лодку мы подняли. Сейчас будем разгружать. Блин, вообще четко, смотрите. Линия в линию загрузил. Вот такая сегодня рыбалка получилась. Не было особо трофеев. Мы не ожидали их и не хотели поймать. Хотели просто отдохнуть, встретиться с Кайратом. Собираемся поехать скоро в Казахстан. В Атырау. Да? В гости. В гости. И дела есть небольшие. Надеюсь, может быть, там что-нибудь половим, что-нибудь снимем. Не знаю, как получится. Но это недели через неделю, через две. Возможно, вот так, как у нас получится там со временем. Всем пока. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Мы поехали домой. Замечательный день. Замечательная река. Ей большое спасибо.